В Ульяновске накануне случилась грозная битва на Волге. Именно такое название получили уже традиционные соревнования по смешанным единоборствам. Масштабное событие включает 10 профессиональных поединков с участием бойцов клуба «Ахмат». На Ульяновскую землю приехали не только представители регионов России, но и спортсмены из Молдавии, Таджикистана, Киргизии. Это уже 5-й турнир, который мы проводим за 3 года существования филиала в нашем регионе, в нашей Ульяновской области. И сегодня мы посвящаем этот турнир дню рождения президента бойцовского клуба «Ахмат» Абузейда Джандаровича Висмурадова, человек, который вносит огромный вклад в развитие и популяризацию смешанных единоборств и спорта в целом. Зрелищным завершением турнира стал главный поединок между бойцами из Ульяновска и Тольятти. Чемпион мира по джиу-джитсу Расул Мамедбеков сразился с победителем и призером турниров по греко-римской борьбе, рукопашному бою и боевому самбо Ильей Ефремовым. Именно в джиу-джитсу и в грэпплинге Беверли Хиллз Тольятти у Романа Букреева. ММА занимаюсь в бойцовском клубе «Ахмат» Тольятти. Вот. Там я являюсь главным тренером бойцовского клуба «Ахмат» и представляю тоже бойцовский клуб «Ахмат». Отдаем предпочтение профессиональным боям все-таки. Сейчас греет большой интерес молодежи, на самом деле. И спорт развивается. Ребята делают хорошие турниры, как видите, большие, масштабные. Достойный соперник, приятно драться с достойным соперником, потому что это, как всегда, это вызов. Вызовы, бойцы принимают вызовы, мы любим вызовы, нужно, испытать себя. Победителем главного боя стал Расул Мамедбеков. Одолеть соперника ему помог удушающий прием.